Всем намасте, guys. С вами канал Raccoon City. Месяц назад Sony наконец-то запустила обновленную подписку для пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5. В Украине действует три тарифных плана. Основной в оригинале Essential за 1299 гривен в год – это оригинальный тарифный план PlayStation Plus с онлайном и определенным количеством игр в ежемесячной раздаче. Вторым планом идет тариф Extra за 2149 гривен в год. Он предоставляет онлайн, ежемесячную раздачу и почти 400 игр с PlayStation 5 и PlayStation 4. Третьим и самым жирным тарифным планом для Украины стал Deluxe за 2489 гривен в год. Он включает в себя все предыдущие тарифные планы, плюс ремастеры с PS3, PS4 и коллекцию игр с PSP, PS1 и PS2. Разгуляться есть где. Каждый третий вторник месяца подписка будет обновляться, и если на старте самыми жирными хитами были Spider-Man и дополнение Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Death Stranding, Призрак Цусимы, Стражи Галактики, Control, я лично для себя нашел Серьезного Сэма, две части и Request, то вот 19.07 в подписку добавили еще много частей Assassin's Creed, Marvel's Avengers, но на самом деле самое главное это Final Fantasy VII Remake и Stray. Очень медитативная игра про потерявшегося котика в киберпанке. PS5 геймплей вы сейчас видите на фоне. Игра занимает на PlayStation 5 7 гигабайт, на PlayStation 4 и на ПК немного больше, в районе 10. На PS5 она идет в нативных 4К 60 кадров в секунду, на PS4 в динамических 1080p 30 кадров, PS4 Pro 1044 30 кадров. Также игра доступна и на ПК. Пропускаю Hype Train, но зато записываю уже после прохождения Stray. Игра получилась отличная, няшная. Стоит признать, что выбор главного героя в качестве котика был безупречным и новым. Игра рассказывает про постапок в киберпанк сеттинге. Сейчас на футажах вы видите финальные кадры, и мы выступим в качестве мессии для этих очеловечественных существ. Игра линейна, но имеет в первой половине игры большую локацию для исследования, в которой будет куча квестов, загадок и секретов. Я прошел ее за 6 часов под чай с печеньками и вам рекомендую. На этом все. Обзор августовской подборки будет, когда уже появится анонс игр. Всем спасибо за внимание. Подписка, лайк и комментарии порадуют автора. Всем намасте, guys!